Приветствуем всех трейдеров. В данном видео поговорим о том, как начать торговать на платформе брокера Quotex и также как использовать индикаторы с его платформы и графические инструменты. Чтобы начать торговлю бинарными опционами у брокера Quotex, необходимо открыть торговый счет, если у вас его еще нет. Подробно узнать об открытии нового счета, а также о том, как открыть демо-счет без регистрации, можно из нашего видео, ссылка на которое находится в правом верхнем углу. Для начала торговли у брокера Quotex заходим на платформу брокера, после чего сразу попадаем на график. И первым делом поговорим о том, как начать торговать на платформе брокера и как использовать торговую панель. Торговая панель находится справа, и на ней можно видеть название торгового актива, а также процент доходности по нему, также панель времени экспирации, далее идет панель инвестиций. Затем идут кнопки выше и ниже, а ниже Call Put, и также между ними можно видеть потенциальную прибыль. И еще ниже идет панель с историей сделок, на которой можно видеть все ваши сделки, а также посмотреть подробную информацию по каждой из них. Теперь, чтобы совершить сделку, необходимо выбрать нужный торговый актив, к примеру фунт. После этого указать торговый объем, для примера мы возьмем 1 доллар, экспирацию оставим 1 минута, но можно выбрать и другую, и нажмем «Купить», либо же «Call». По итогу на панели истории сделок можно видеть данную сделку. Также при желании ее можно закрыть досрочно, но на счет вернется меньшая сумма, чем сумма сделки. И точно таким же образом открываются и опционы PUT. Если же вы новичок в торговле и еще не пополняли счет, то для тренировки вы можете использовать демо-счет. Для этого переходим на него из своего торгового счета. И можем также совершать сделки на любые суммы, к примеру на 50 долларов. Можно также совершить сделку и нажать Call, либо же Put. Все сделки точно таким же образом отображаются на панели истории сделок, где после их завершения можно посмотреть более детальный обзор. Чтобы улучшить свою торговлю, можно использовать индикаторы, которые есть на платформе брокера Quotex. Находятся индикаторы в левом нижнем углу, на данном значке. На данный момент у брокера есть индикаторы тренда и осцилляторы, а в общем количестве индикаторов более 20. Чтобы добавить индикатор на график, необходимо нажать на него, после чего он сразу добавляется и также открывается окно настроек. Если вы хотите, вы можете изменить параметры, а также цвета индикатора и толщину линии. После этого окно настроек можно закрыть и выбрать, например, другой индикатор, к примеру, MACD. Настраивается он точно таким же образом, выбираются необходимые цвета, также толщина линий, после чего окно можно закрыть. Если какой-то из индикаторов вам больше не нужен, то его можно удалить с графика, нажав на крестик. Индикаторы, которые находятся на самом графике, крестик находится здесь, а индикаторы, которые находятся в подвале, крестик находится здесь. Если же в своей торговле вы используете технический анализ, но без индикаторов, то вы можете пользоваться графическими инструментами. Графические инструменты находятся на той же панели, что и индикаторы, только выше. И тут можно найти как самые стандартные фигуры, к примеру треугольник, так и множество более экзотических графических инструментов. Если какие-то графические инструменты вам больше не нужны, их необходимо выбрать и нажать на кнопку «Удалить». И также можно поступить с каждым из инструментов. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!